Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова с удовольствием составили пятилетней Веронике компанию для покатушек на собачьей упряжке. Сейчас композитор со своей семьей гостит у старшей дочери во Флориде. А вот в канун Нового года, многие всячески поднимали себе настроение в ожидании главного праздника года. Не исключение и семья Игоря Николаева. Игорь Николаев, к примеру, вместе со своей женой Юлией Проскуряковой и пятилетней дочкой Никой, ощутили настоящий детский восторг и радость, решившись на необычное зимнее катание. Семья композитора прокатилась на настоящей собачьей упряжке с четырьмя хасками. Игорь оделся в объемную куртку, теплую шапку и брюки. Не забыли утеплиться его дочь с супругой. Пятилетняя Вероника примерила винный пуховик, шапку с помпоном и дутые брюки на синтепоне с зимними ботиночками. Как настоящая лыжница выглядела и возлюбленная народного артиста. Юлия облачилась в пуховую куртку оттенка миндального молока, розовые брюки и шапку. Зимние подмосковные радости. Прокатились с семейкой на хаске в гостях у друзей. «Спасибо огромное за предновогодний кайф», – прокомментировал Игорь Николаев катание на собачьих упряжках. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. И помните, мы ценим чужое мнение.